Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем наш кулинарный аттракцион. Сегодня будем готовить очень вкусное блюдо. Подпишись, поставь лайк, прокомментируй и поставь колокольчик. А мы начинаем. Поехали! Для начала, ребят, мы наш шикарный кусок, вот этот ребро говядины, зачистим от пленок, от того, что нам не нравится. Начинаем. Все вот эти пленочки вот убираем. Вот так, по максимуму. Все, что не нравится. Так, и теперь вот эту внутреннюю пленку сдираем. Вот так. А вот эти куски оставим вот такими большими. Так, и убираем пока мясо в казан.
Все, и теперь, ребят, всю нашу нарезку добавляем в мясо. Ой-ой-ой, какие запахи, какие ароматы. Вы же представляете, да? Так, и все вот это, ребят, вот так мы должны вот эти помидоры помять. Потому что оно у нас будет вариться где-то 3 часа. Вы представляете, да, что тут будет? Так, теперь посолим, поперчим. Так, и еще раз все это распределить, как говорится. Вот так. И ждем, варим ориентировочно где-то 2-3 часа. Выпьем нашего вина, пока готовится наше блюдо. За ваше здоровье! Не забудь про колокольчик. Прошло у нас 2 часа, теперь отправляем нашу картошку, ребят. Дожидаемся картошки, добавляем зелень, и наше блюдо готово. Ждем картошку. Так, проверяем картошку. Ну, все, картошка готова, видите, идеально, да?
Так, накладываем себе порцию. Ой-ой-ой. Мясо уже как тушенка. Видите, кости все у нас отошли, ребра. То есть надо готовить ее до вот такой готовности. Вот так. Так, ребят, посмотрите степень проварки, да? Все понятно. Видите, какая у нас говядина. Так, ну что, пробуем наше блюдо долгожданное. 3 часа. В общем, 3 часа варили. Мясо. Вот когда говорят, мясо тает во рту, вот это вот этот случай, ребят. Такая вкуснятина. Посмотрите, какое мясо. Какая вкуснятина. Ребят, это очень вкусно. Зелень вообще подчеркивает все ароматы, вкусы. Ну и под такую закуску хочу выпить за ваше здоровье, за вашу удачу, чтобы все у вас было хорошо, за вас. Все, ребят, до свидания, до новых встреч и не забудь про колокольчик.